провокации, конечно, будут. Это единственный способ поднять их рейтинг. Одесса – толерантный город, поэтому мы надеемся, что провокаций не будет. Люди уже поумнели, будет хорошо. Потому что не нужны эти всякие. Думаю, что нет, будет спокойно. Предпосылок никаких никогда не было и нет, я так считаю. А наша полиция справляется с подобными угрозами? Справляется, потому что у нас не только наша полиция, еще и другая есть. Главное, чтобы со стороны правоохранителей не было провокаций. Я думаю, они те именно, которые их производят на самом деле, да. Если люди будут умные, то все будет спокойно. Как вообще вы празднуете 8-9? Стараетесь уехать из города? Да, стараюсь уехать.